Нет, рок-н-ролл не умрет никогда. Просто каждая группа играет свой рок-н-ролл. Все очень просто. Я-то сам думал, что рок-клуб умер, сгнил и разложился уже несколько лет тому назад. И этот фестиваль как раз меня в этом разубедил. Не знаю, какой он имеет отношение к рок-клубу, не имеет, но, в общем, мне приятно, что все это было. Я впервые в жизни, по-моему, 4 или 5 дней, в общем, ходил на концерты и так слушал все. Я сижу в сортире, читаю Rolling Stone. Едечка на кухне разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орёт он не напор. Её давно пора будить, но это будет новый дом. Дождь идёт второй день, нужно спать, да спать, блин. Хочется курить, но не осталось мне дров. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть. Мадам звонит мне третий час. От нее меня тошнит, тошнит уже не первый раз. Я говорю и ненавижу, не люблю и не хочу. Говорю, меня здесь нет, я давно ушел к врачу. Распеваю телефон, иду пить самогон. Хочется курить, но не осталось папиро. Я боюсь дух, наверное, я трус. Денег нет, зато есть.